домой! Наконец-то концерт в родном городе для нас. И, конечно, всегда это так волнительно, концерт в Москве. Это всегда большая загадка, ответственность всегда большая. Большие нервы. Мы всегда снимаем московские концерты, потому что всегда бешеная энергетика на московских концертах, ребята. Идущие, все, кто здесь, вы лучшие, спасибо вам. Да, отдельный привет команде нашей поддержки, которые называются «Идущие». Ребята, скажем так, у нас выйдет комикс, вот я вам так сразу открою карту. У нас рок-опера, да? И это форма сюжетная. Почему рок-опера? Потому что мы написали музыку, да, написали слова, и как бы получилось так, что сложилось все в один сюжет. Мы подумали, это рок, это сюжет, это есть партии или там злодеи, разных героев. И, наверное, это... Аниме. Да, и, наверное, это аниме. Это, наверное, похоже на рок-оперу, вот. Но песенная форма, она не позволяет в полной мере сюжет этот как бы передать, потому что мы все равно больше как бы на атмосферу, да, работаем, когда пишем песни, да. Но для того, чтобы вы точно поняли, что вообще происходит, что именно заложено в сюжет, мы вот решили сделать комикс. Он совсем скоро выйдет, он уже почти дорисованный, поэтому ждем, ребята. Но прежде чем он выйдет, иногда рассказывать, что происходит. Я буду говорить вкратце, чтобы вы тут не остыли. Что произошло за последние 4 песни? Есть 2 брата. Один стал манкуртом, стал безмолвным, бессловесным рабом своего хозяина. Его угнали в рабство. Другой брат взял невесту своего несчастного брата и пустился на поиски. Что же с ним произошло? По дороге невесту украли. Украли бандиты, украли охотники за головами. Вот. И чуть не убили нашего главного героя. Он уже лежал, умирал, и с ним говорил главный злодей, его вот это вот, с ней. Вот. Я тебя погубил, ты проиграл. Но тут появляется белая птица. Главному герою кажется, что это какой-то ангел, его пришел забирать уже в рай, там еще что-то. На самом деле, это пришел, наш наставник, да, к сожалению, вот я тут важно сказать, Антон Лисов, да, который исполнил на альбоме, должен был сегодня приехать, но буквально сегодня утром мы узнали, что, к сожалению, Антон так, ну, серьезно приболел, вот, и лежит дома с ангиной, вот, и он передавал всем большие извинения и большой-большой горячий привет. Давайте отправим его в Питер для выздоровления. Давайте, Антон! Выздоравливай, брат, вот. И поэтому сегодня роль наставника главного героя и рассказчика исполняет Дмитрий Шихов. Ну что, а следующая песня, это рубежная песня, она как бы посередине альбома стоит, она делит альбом пополам. Из приключенческого такого истерна мы переходим в мрачную часть альбома. Почему так происходит? Потому что главный герой, он до этого, как бы это все было для него какое-то путешествие, а сейчас он реально отправляется в землю зла. Там, где, скорее всего, его ожидает смерть. Но он из любви к своему брату отправляется туда, чтобы спасти его из лап главного злодея. Поехали!